В этом году Курганский областной совет ветеранов отмечает 30-летие. С этим событием людей пожилого возраста поздравили первые лица региона. На торжественном приеме губернатор Курганской области Алексей Кокорин подчеркнул, что и во времена перестройки, и в трудные 90-е, и сейчас совет ветеранов активно способствует социально-экономическому развитию Курганской области. Своим личным примером наши ветераны всегда показывают, как нужно любить свою малую родину, беречь целостность нашей страны, заявил он. На встрече глава региона вручил благодарственные письма и почетные грамоты председателям и представителям 10 районных, городских и сельских ветеранских организаций. Сегодня Совет ветеранов не только работает с молодежью, но и участвует в благоустройстве городов и сел, культурной жизни, проводит выставки, конкурсы, праздники, встречи и спортивные мероприятия регионального уровня. Также ветеранов поздравил главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Напомним, что в 1987 году в Кургане появился областной совет ветеранов. Сейчас в различных ветеранских организациях в Заурале состоят 230 тысяч пенсионеров. Это самая крупная общественная структура в регионе.